Доброе время суток. С вами Виктор Дулин. 13 июля 2017 года. 7:07, как видим. И самое любимое русское выражение «халява» в действии, как говорил незабвенный Остап Ибрагимович, пройдет совсем немного времени, и вот это урюк, которого здесь довольно-таки много в Минводах, на улицах не только против частных домов, но и в микрорайоне. Все это сыпется на тротуары. И вот мы сегодня провели уборочку такую, килограмм на 10 этого дикого урюка насобирали. И вот таким образом, не абсолютно не добавляя воды, только промыв в дуршлаге, теперь я довожу до кипения, в том числе, как видим, здесь есть немножко с прозеленью на вкус. Это варево слегка кисловатое, тем не менее, пользы от него гораздо больше, чем от сладких абрикос, поскольку в дело пойдут не только вот эта сама мезга, это будущий абрикосовый джем, но и самое главное, витамин В17, содержащийся в косточках, причем эти ядрышки косточек горькие, поэтому нужно соблюдать меру, не более 20 грамм этих косточек для здорового человека и не более 30 грамм, тот уже умудрился пострадать от онкологии. Ну и вам вот таких же. Костер горит, смола кипит, а из смолы масел торчит. Здоровья вам и благополучия!